О, противогазы какие-то. Лол. Лол. Где? Так, это лифт. Хи-хи. Ты запишешь? Да, так графонисто. Не, ну здорово. Пати хард. Да. Что там за фир какой-то уже начинается? О, у меня дробовик есть, похоже. Да. Вай, 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 вай. Вау! Меня слили. Нет. Я дробовик держу. Смотри, как это эпично выглядит со стороны Дэн. Да. Стой, подожди. Подожди. Поднимай. Окей, ладно, спускаемся. Метро. Ну-ка. А, я думал, мы сейчас поедем уже на поезде. Топ экшена, знаешь, прям как перестрелка прям во время поездки. Вот этот. Прям карта как в ПБ. Я забыл, как называется. Метро. Метро, по-моему. Так не называется. Не-не-не. А. Не, по-моему, по-другому называется. Нет. Ой, меня с ножа слили опять. Так, тихо, будь спокоен. Я достал. Главное, чтобы меня сейчас не сидели, пока я тебя воскрешаю, то и такое бывало. Окей. Блицкриг! Кто, мы-то отступаем? Или это наши говорят, что мы отступаем? Че, это уже... Мы сейчас будем бомбу обезвредили. Ну и хорошо. В чем проблема? Эй, да ты хитрый, слушай. Я хотел бомбу обезвредить. У меня этот, как называют, касцена. Опа, блин. Quick time events. Отвечаю. Блин, нет! Отвечаю, зарешал. Quick time events. Жека. Ау. Ты меня сейчас спас. Нет. Игра сейчас лаганула, меня сейчас ножа зарезали, перс встал и пошел дальше. Okay. Уай! Зона. Что за ерунда? Не, ну так-то не делается. Лишают нас вообще просто свободы. Пространство. Ну и куда? Вверх по лестнице. По какой лестнице? Ну, да, по какой? Скрипты, конечно. Это конец миссии. Да, конец миссии. Yes. Уай, меня спасли, да, опять! Нет! Тихо. Сейчас я тебя по стелсу буду поднимать, короче. Ты разбросай сейчас всех, подожди. Я тут вообще сейчас сам чуть так, не помираю. Нет. Так, все. Ох ты ж, как его... Ой! Ой, меня опять загаслил! Ты чё, я как смирной? Уай, спасибо! Вот, ай, тихо! Тут ниоткуда чел появился! Из ниоткуда. Мистика. Ну это фер, реально. Действительно, фер. Выход. Все? Все? По-любому. Конец? Нет. Графон такой. Граффити так нарисован. Графонится. Ну-ка, сейчас. Я найду пиксель. Я ж найду пиксель. Ну, размазанный. Но все равно пиксель. Сейчас 50 поисков пикселей. Да. Ох. Спасибо за подсадку. Что дальше-то? Да хер. Появилось. Еее, Брутал Мэн. Вот это скрипты. Женя. Женя, фильм Silent Hill. Видишь? Я горю. Ссылка, ссылка. Да, кстати, вторую часть надо будет посмотреть. Да. Уай, какой свет! О, карта метро из Батуи. Уай, вообще графонится. Это полиция? А, ну да, полиция. Это мы в Париже. Это Жерар. Ой, да. Блин. Я по комам начал сидеть. Жерар, не тоже. Им все равно. Походу.
Йоу, нига. Войти в здание. Что ж, входим. Чую, сейчас только само веселье начинается. Ой. Ой, чё ты? Ладно. Попытка нам бату, только я буду в этот раз обезвреживать. Окей, да. Ой. Сейчас, подожди. Куда давай ты? Сейчас взорвемся, я не тот уровень сложности выбрал. Какой ты выбрал? Хардкор. Погнали. Нет, все, я взрываюсь. И ты ко мне никак не залезешь сюда. Меня с ножа слили. Шикарно. Давай, поднимай меня. Да подожди, погнали. сейчас. Ну зачем ты их убиваешь? Чуваки, вот, я весь ваш. Ай, спустись, что вообще происходит? Ну, ну наконец. Ай, ну ё-моё, слющий. Что-то мы вообще сосём просто. Сейчас, да подожди. Сейчас. Да мы как раки вот, какие. Все, вот теперь вот. Вот сейчас вот все, теперь легкий выбрал уровень сложности. Да ты дно! Длище мясное. Противогазы вперед. Гоу-гоу, противогазы. Противнику идет подкрепление. Все. Кончились враги. Вай! Что это такое? Нет, да я слышу. Да ты гений, нет. Нет. Ну молодец, ты дно просто, слушай, понимаешь, да, ты дно. Ты рак. В доту иди. Нет, мы ее пройдем, это я точно говорю. В доте тебе место, слушай. Ракуешь тут сидишь. Противогазы. Дно. Бомба уже поблизости. Нужно двигаться быстро. Пошли. Так, окей. Давай, вот вам взрывной подарочек. Ты уверен, что ты сейчас легкий выбор? Да. О, а пушку открыли. Не, что-то просто меня как-то быстро слили. Может быть лагануло как-нибудь. Нигер всегда должен умирать первым, запомни это. Да. А, я не знаю. Блин, реально звук патронов сносит. Нет, хардкор Женя не для нас. Ладно, давай на легком. Я хотел просто поиграть с нами в одну игру, но, видимо, лучше не играть. Ладно, все, окей, легкий, легкий. Для самое то для нас, короче. Ну, раки. Не знаю, как ты, но я медуза. Горгонос. Давай свет. Ща, короче, сейчас так в открытую так. Садил так. Ну ё-моё, слушай. Да он меня подкараулил вообще из засады. Подкараулил тебя, знаешь. Да он вообще меня сагрил. Вычислил тебя по IP, сидел, караулил тебя. Да. Понял, да? Я ему. Нет, нет. Я ломаю еще, блин. Так, давай, слушай. О, вообще, вообще. О, вообще мид. Тянем, тянем. Решаем. С корешами. Все, пошли, выпал, короче. А? Зачем ты меня пытался зарезать? Идиот, я хотел. Все, здорово. О! Все, норма. Я взял пулемет. Ой, ой, нет. Нет, там дым, слушай, там вообще не вариант. Я пойду как раньше. Через вагоны. Фак, я в стенку стреляю. Так, здесь можно выйти вообще? Не, ну да, выйти-то можно. Ох ты ж.
Не, ну вот это анимация. Да не, меня вот зарачили опять. Да что ты будешь делать-то? Зачем ты так часто умираешь? Вот зачем? Ну пистолет решает. Давай принимай снишки. И мне тут не по красоте вообще сидеть. За своей бы в тюрьме. И что? А тут мясо! Так. А, точно. Безвреженная бомба. А, и бомбу сбезвреживает. Окей, за Америку. Я ненавижу американцев. Пробел. Пахивает... Шо? Ай, ну ты рад, Лучи, ну ты рад, а? Бомба обезврежена, неудача. А ты рак. Нет, мы ее пройдем. С первого раза пошел. Я просто это как по привычке нажал левую кнопку мыши. Я увидел, что мышка выскочила, и все. Я только на консольках могу темовый нормально. О, о, смотри! Вот это шикарный! Вот это шикарный! Не, ну, бывают же такие вот эпичные лаги, да? О, нет, а, нет, 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 нет! Ползи ко мне. Все, молодец, молодец. Хорошая девочка. Ой, мальчик. Прости. Так уж на то пошло, я тогда хороший негр. Да. Good black boy. Хит. Мы перехватили радиоприемник. Говорят, Ахмед Салван на территории. Понял, да. Сейчас будет попытка обезвреживания нам бату. Кто в меня стреляет? Вах, нифига себе. Я тут у нас дробовик с этим... С этим прицелом взял. С читерским. А, туда не, ну вот это ясно. Ну вообще зарушал. Все, короче. Меня все задолбало, я бегу, стреляю, всех убиваю. И все от моих пуль умирают. Да, я тру отец. Да, Женя. Ой, меня сзади. Меня сзади отстреливают. Кого отстреливают? А, ну я думал, тебя уже зарезали. Тут просто бомбу обезвреживаю. Я обезвреживаю, короче. Давай обезвреживать ты, жеватель. Обезвреживать тебя. Не, ну это клавиатурный тренажер, слушай. Сам удивляюсь. Что, зарешал? Еее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 ee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 
Не, реально, было бы забавно, очень забавно. Ох, ты ж! Нет! Нет! Давай! Давай, ты настреливай. Давай, брат, ты будешь жить! Ты будешь жить! Прям как Иисус, только не... Давай пока ФАМАС подберу. Приносишь жизнь и радость. Уф, ФАМАС говорит, это... F2000. Ну, F2000 это вообще шикарно. Вообще всем рекомендую. Мультиплееру, да, вообще. Решает просто. А, можно уже идти. Я слюпу. Ну ладно, фиг. Вообще открыл Америку. Вот, вот это дробовик. Так, все, я стою на месте. Меня сейчас собьют, Дэн. Вай! Вай, вообще шикарно, вау! Тихо, все, все замечательно у нас, все шикарно пока что идет, все идет по незапланированному плану. Так, ну сейчас ты что-то... Нет. Чел обнимается со стенкой. Они со стенкой любят друг друга. Нет. Нет, 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 не отпустите меня. Так, кидаю грену. Прямо на тебя. О, щит. Давайте. Бш. Где у нас здесь патроны? Здесь нет патронов. Всем патронов. Нету, походу, да, патронов. Это ж те не мультиплеер, чё уж.
Ай, ты, блин. Мне показалось, что на мгновение, что из-за угла на меня чувак вот нападает, короче. Я хитрю. Все, выход. Замечен Абдул-Рахман. Ахмат. Ахмат Кыргызов. Что? Ахмат на точке. Ну это. Ничего ты лысый, слушай. Ничего ты лысый, а? Лысый? В смысле? Да. Ты Жека. А ты негр. Затравил. Да, тебе досталась судьба похлеще. Так что все. О, вертуха взорвалась. Вау, вот это графонис. Пошла, родимая. Гранату я туда кидаю. Тут под меня тоже гранату кинули. Вообще не характер. Да. Закон хитрости. Оп. Давай, кидай еще раз гранату. Так, что? А сколько у меня гранат? Я что-то не знаю. Ты что, знаешь, что у меня были гранаты? О, еще гранат. Последняя, нет, походу. Последняя осталась, но последняя она сейчас зарешает вообще. Вау! Что за ерунда? Что за ерунда? Ну, тихо. Сейчас все по стелсу будет, короче. Так вот, с ножичкой. Чик! Опа, ты видел его лицо, да? Нет, ты бы видел его лицо. Было бы правильнее сказано. Чик! Так, опа, и ее. Чик! Просто всех, короче, так, с ножичкой. Тихо! Нет. Ой, Женя, тут порнуха. Женя, вот там картинка вообще шикарная. Смотри. Сейчас увидим. Ай! Надеюсь, на YouTube ролик не забанят. Надеюсь, на порнографию. На мясо, матюки, убийства и голые письки. Да. Окей, так, контейнер с боеприпасами, это ник Бобру. О, тут печенек есть. Печенье. Ага. Ну соси. Вот. Ты мне сам самое, самое говно стал и поставил. О, чувак, здорово. Чую, финальная миссия. Папанза! Пахнет эпиком. Она действительно пахнет. Не, ну вот это графонисто. Это этот. Прям как в Call of Duty. Да, в Call of Duty тоже был момент такой, кстати. По-моему, во втором Warfare. Да. Там реально практически точь-точь. Там, или, по-моему, это... одна из самых первых миссий была. Не, и в четвертом, походу, по-моему, тоже подобное было. Я его вот недавно перепроходил, второй Modern Warfare. И в четвертом, может быть, тихо. Там этот, когда... Аль кого-то там надо было. Аль какого-то, как тут. Ну. Ахмада. Кыргызова. Ну, в данном случае, да, Ахмада. Все, разнесло вас. Да вы хитрые. Гранату. Всем гранат. Фонариками светить, короче. Светят тут, ходят вообще. Не, ну тут все графонится так. Ой, нет. Ну, слушай, они там со второго этажа полезли, как дерьмо вообще. Откуда? Давай сейчас по стелсу к ним гранаточку. Ох ты ж! Я вон думал, это припас. Женя, а это оказался не Женя, и так как это не Женя, он меня чуть не убил. Это Лёха. Барсук. Будь осторожны, Рахман уже близко, Ахмат. Вау. Так, сейчас чу... Кто откуда по мне стрелял? Что за ерунда? Тут вон электрические фигни падают. Вот тут, смотри, ток вообще. Так, чую сейчас от будет. На втором этаже чел. А, ну, Жека, пошлись. Ой, ё-моё, ну вот это графонистые эффекты такие, вообще жестко сделано, красиво все так. Вообще заблюрено так все. А, вон куда надо. Да, блюра-то тут практически нету тут. Пошли вставать друг за другом. Блюр разве что за... Дэн, погнали вставать друг за другом. Готов? Вау! Мы сняли маски, ура! Let's fight! Нет, тут бы еще, знаешь, это как я в тему было бы такой slow motion. А что у меня пушки заменили? Все, кончилось печенька. Кончилось печенька. Печенек. Там на втором этаже полно. Моя граната. Тут всем гранат. Такие трюкачи. Спрыгивают так. Вау.
Вот эти челах маски мне почему-то напоминают шпионов из Team Fortress. Такие же худые, такие в масках тоже. Вообще такие вот, о, такие вот. Я прям. Тут F2000 поднял. Друг за другом. Ну, ты где? Сейчас. Я пытаюсь подобрать. Он не хочет отбирать его 2000. Прикинь, да? Да все, забей. Вот сюда, всем да. Друг за другом. Да? Стоп. А мне что-то, а вот все вижу. Точка прорыва. Let's fight. Давай, погнали. Уоо! Нет! Quick time events. Гафон! Говнюк почти достал меня. Чё, все типа? Нет. О, я вижу себя 30. Вот я лысый. Такой фейс. Дак фейс. Ну. Вау, ничего, я тоже лысый, оказывается. Лысый нигер. Да. Лысая война. Гадюка. Болтвар. Все, мы спасли, короче, мир. О, мы спасли. Там, смотри, там Хитман. Там Хитман. Смотри, а он в этом, на Фейсбуке, на... по-моему, сидит. Ты играешь за Макса Пейна в третьей части. Да. Все, мы прошли. Прошли. О, все шикарно. В общем, все. Ладно, всем пока. Давайте. До свидания, короче. Вот. До свидания, пацаны. Удачи, да.